6 є парадних расчетов, открывает парадный расчет курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Возглавляет парадный расчет командир батальона подполковник Шушпанов Дмитрий Геннадьевич. Проходит рота почетного караула под командование курсанта Мордина Руслана Ивановича. На Красной площади самые юные участники парада. Проходит расчет первого московского кадетского корпуса под командованием гвардии подполковника Алькова Евгения Николаевича. По брусчатке проходит военно-патриотический клуб «Юный Маркеловец». На площади парада расчет военно-патриотического клуба «Обелиск». Командует расчетом руководитель клуба Мишин Анатолий Петрович. Проходит парадный расчет военно-патриотического клуба «Гвардия». Руководитель клуба капитан запаса Краснов Артур Юрьевич.